решаю эту тему. Единственное, что я хочу еще сказать свой маленький результат. Мы тут все время говорим о дороже, а даже вещь волшебная, это я говорю свое мнение. Мой результат после всех уже пройденных – это киселин. Вы знаете, вещь совершенно потрясающая. Мы тут очень подробно об этом не говорили, но тем не менее. Я гипотоник по жизни, и мы с сыном вот так, чуть что, вот этот, цитрамон. Вот так и ходили, как наркоман идет цитрамон пить, да. Понимаете, вечно болела голова, причем болела сильно, раз в две недели. Тут я совершенно случайно во время этой головной боли попробовала киселя. Вкусный, обыкновенный киселек. Так мы для дочки только покупали. Когда я себя ловлю на мысли, что я еще чашку не закончила, у меня голова не болит. Думаю, совпадение. Второй раз там самое было, другая причина этой боли. Думаю, сейчас попробую, попробовала, голова прошла. Я три раза вот так пробовала, а с тех пор я его цитрамона не держу вообще в доме. И вот лечусь, это вот смешно сказать, чашечка киселя. Вещь.